Юпитер, 26 марта 2020 год, Харьков. Вообще идея была поснимать такой себе мини-парад планет, но как стремительно светлеет. Сейчас без 10:05 по Киеву. И я уже не вижу рядышком ни Марса, ни Сатурна. Может, на экране будет видно, и не просто экранчик фотоаппарата не дает мизерно это разглядеть. Левее должен быть Юпитера, Марс и Сатурн. Ай-яй-яй, вообще хоть не ложись, надо приходить сюда с утра доснимать. А вон он, вон он, товарищи, я его вижу, отпустите овчарочку. Я уже с ним разговариваю. Так, это Марс, очевидно, по цвету. Ну а Сатурн уже, наверное, нереально поймать. Да, и облачность все-таки, нету чистоты неба абсолютной. Какая-то перманентная дымовая завеса. Вчера я даже Венеру снимал, которая сейчас как раз в элонгации, на наибольшем удалении, и видна хорошо. Но и она сияла какими-то протуберанцами, явно через дымку. Видно вот даже по небу. Ну ты посмотри, как светлеет. Просто, ну, что такое? Запотел. $28.80, $28.20 продажа доллара. Вчера нас обрадовали тем, что карантин в связи с коронавирусом в Харькове продлят еще на месяц, до 24 апреля, а не до 3, как обещали. Что, конечно, не фонтан. Так, ладненько, может быть, если будет не облачно и не минусовая температура, завтра возьму свой 125-кратный Никон и пощелкаю, поснимаю попробую этот маленький парадец планет. Не хочет. Облака белогривые лошадки все на себя перетягивают. И поснимаю этот мини-парад планет. О! Вон они, вижу, вижу. Визу, визу. Ха. Как говорил мой сыночек. Так. Справа Ганимед. Потом Европа, а уже слева Ио и Калиста, сейчас их не вижу, но может быть на кадре будут. Лады, там где-то Марс и Сатурн. 26 марта 2020 год, Харьков.